What is happiness for you? Так, вот такая у нас бочка получилась. Заварочная. Так, хорошая. Так, стравочная труба. Здесь есть сверху. Размер тут сколько? Тут 1,50 м на метр и на 1,25 м, по-моему. И там для спуска воды вот такая. Внизу это транс, чтобы держать, чтобы не раздувало, значит, стенки. И в дальнейшем, чтобы сделать рубашку. Сейчас еще сюда добавят, то есть принесут дно накладное, чтобы внизу не подгорала солома, и правильно расставим. Ну вот, смотрите. Тики-но-окей. Вот эту бочку. Да, все нормально. На такие вот штуки. Это котельцы. Я не знаю, как в других котельцы странах. Это какие котельцы? Это шлакоблоки обычные, да? Да. А с чего они сделаны? Сейчас. А ты подними вот это, эту штуку. Ле. Что? Посмотри. О. Вот эту штуку. О. Кирилл, Павел, бери. Готово. Лучше вот так. Нет. А так не хорошо. Как лучше? А площадь будет правильно. Вот как я положил. Ага. Вот так. О, и еще один. Все. Ну и нужно там, это забрать и где-то на середину. Надо еще вот, хотя, падали, в принципе, да? Вы знаете, не, оно будет все равно прогибаться. Будет? Да. А то, что мы сделали... Можно чистить, смотреть. Это нет, тогда по размеру, того. Держи, Кирилл. Там есть края, которые надо перевернуть, котелец правильно и будет. А ну пробуй. Все. Это солома леска. Это солома. Ну, на сегодня нам надо порезать 20 тюков. Ну, посмотрим, сколько она выдержит. Это солома резочка. Сделали. Вот. Электричество подключили. Будем работать. Все, монтируем воду. А сейчас монтируем воду. Что это? Смотрите. Вот, берем шланг, пистолет и... Там надо еще то экранчик закрепить. Да, на этом. Это на косяка, но это неправильно, что я делал. Что, нормально? Да. Вот, здесь шланг. Все, вот сделали. Термо, который на... На прокладке для автомобиля делать. Этого нет у меня. У меня красный есть... такой. Я понял, тюбик. Да. У нас нет, потому что мы недавно ремонтировали мотоблок. И... Я не знаю, может, афанасий нет. А вот мне есть, типа... Это пакля на краску. Не краска, а специальная, как... солидол тоже. Масло. Масло, прямо в консистенции, как... Ну, это будет еще лучше. Консистенция как солидол, но при попадании воды она имеет свойство не пропускать ее, расширяется. Специально. Thank you.
ваша. Да, и да, тюрьма да. Сейчас к педенс. Надо едемесь в цирь, едем кольдемесь в цирь. За резьбой надо. Как резьба идет, так и... Еле десь дюнемесь в цирь. Некая, это все в цирь, аше. Да еле десь. Еле аше, шибы, ну громад, боц, да, аше. Дзволочите, да? Аколо есть ела, а сразу на другой парте. Все, все, заматывай. Сейчас этот кусочек он начал разматывать. А, ничего, там потом резьбой затянем. Да, там как-то гросиметрия. Аскольд, яка еще фейлевчики, яка еще. Мой лад. Да, яка шика центр, я лентет и резьба центр. Так, ну, не давай, яка ты не отрима. Ну, спать. Тут ставил А сколько толщину надо наматывать? Я первым еще имею мотор трасс намазан. Она ее выталкивает, да? Да. Теперь да. Надо снаружи. Еще да? Я еще какая-то мусорка бузаст. Металл этот надо забрать отсюда? Да. Желательно было сразу. Надо было. Это каким-то металлом нужно. Потом паклей со стороны, где она тоненькая, у нас начинаем наматывать на резьбу. И надо ее не скручивать как косичка, а как-то по поверхности широким таким слоем его накатывать, эту пасту наматывать, а потом еще без пасты. А там куржин шалет. Без пасты. Ну, тут просто пленка и пластик не пойдет, они просто расплавятся. Сейчас начнем. Это никогда не дает. Ну правильно, я же говорю, что на пластик не пойдет, просто расплавится, если будем греть. Да, вот есть такая специальная паста. Да, не вода, тут костер сейчас. А, ну так. Не надо говорить. Я одному пошел домой, сделал отопление, он поставил одну батарею, говорит, я буду на этот, как его, на пленку, это как она называется? Фум-лента. Фум-ленту. Говорю, ставь, я на фум-ленту не ставлю, а за фум-ленту ты отвечаешь. Он говорит, да, я отвечаю. Сделали все, пустили вот у него, оба, один тек, а потом пошел, поехал домой. Да, на второй день говорит, да тот вообще трезвый. Стоп, показывай ключ. Говорил, что на... Не знаю, машине или где он. А по-моему, машину мы вчера... Мы, по-моему, или не в машину. Илья Афанасий ходил с градусниками, с чем-то он там ходил. Вот я не помню, где мы... Разве надо у ребят? Вот. Такие работы. А вот эти кутельцы исполняются. Есть, то нет. При приготовлении субстрата из соломы. Это мы устанавливаем бочку для соломы, которая будет кипятиться в этой бочке. Там еще крышка будет. Вот. Это все приготовления подходят к концу. Что мы делаем? Мы ложим. Пока. Не доварили просто. А, и все.